Александра Власова, российская модель и актриса, сыгравшая Ирину в популярном сериале «Молодежка», Катю в «Трех королевах» и Машу в «Бумеранге». Звезда многосерийной мелодрамы «Сиделка». Детство и юношеские годы. Саша родилась в столичной интеллигентной семье. С ранних лет миловидная девочка очаровывала окружающих своей грациозностью и пластикой, поэтому родители отвели ее в хореографическую студию. Александра мечтала стать балериной, но в итоге выбрала латиноамериканские танцы, которым посвятила всю свою юность. В школе она училась посредственно, терпеть не могла точные науки, особенно физику, алгебру и геометрию. Зато органично чувствовала себя на сцене и с удовольствием принимала участие в школьных концертах. В 12-летнем возрасте Саша с родителями и младшей сестрой переехала в подмосковный Королев, где и она окончила среднюю школу. Получив аттестат, девушка поступила в Московский новый юридический институт. Александра стала дипломированным юристом, однако к тому времени почувствовала, что выбрала не ту профессию, и неожиданно уехала в Соединенные Штаты, где окончила актерские курсы Нью-Йоркской академии киноискусства. Вернувшись в Россию, Власова решила отшлифовать полученные за океаном навыки в школе-школе драмы Германа Седокова, которую успешно окончила в 2015 году, получив специальность актриса драмтеатра и кино. Модельная карьера. Еще во время учебы в юридическом институте Саша начала пробовать себя в модельном бизнесе. Она участвовала в модных показах, снималась в рекламе и видеоклипах, появлялась на страницах глянцевых изданий. Власова являлась лицом таких брендов, как «Макдональдс», «Эльдорадо», «Мейбелин Нью-Йорк», а видеоролик, в котором она рекламирует таблетки для посудомоечных машин, стал своеобразной визитной карточкой модели. В 2014 году Саша снялась для мужского журнала «Максим», что добавило девушке популярности. Эффектной фотогеничной красоткой с шикарной фигурой и актерским образованием заинтересовались режиссеры, и ей стали предлагать роли в кино. Кинокарьера. Сначала это были эпизодические работы в сериалах «Универ», «Кризис среднего возраста», «Двое четыре ноги». Но вскоре начинающей актрисе поступило действительно интересное предложение. Девушка появилась в короткометражке Александра Кота «Синяя птица». Ей доверили роль студентки Ирины в четвертом сезоне популярного проекта канала «СТС «Молодежка», которая привлекла к ней широкое внимание зрительской аудитории. В 2016 году Власова появилась на экранах в многосерийной мелодраме «Три королевы». Актриса мастерски воплотила образ простой провинциальной девушки Кати, которая отчаянно сражается за свою любовь с богатой и избалованной столичной соперницей. Год спустя актриса появилась в 16-м серийной мелодраме «Бумеранг» с Анной Песковой и Петром Кисловым в главных ролях. Также в конце 2017 года канал «Россия» запустил сериал «Позднее раскаяние», в котором Александре снова отведена ключевая роль. Ее героиня Ольга, выросшая в состоятельной семье, влюбляется в простого парня Кирилла. Его роль в картине исполняет Евгений Токарев, сына малярши. Мать девушки, естественно, против такого мезальянса. События развиваются самым драматическим образом, поэтому Власовой пришлось задействовать весь свой актерский потенциал, чтобы передать полную гамму чувств и эмоций, переживаемых ее героиней. Личная жизнь Александры Власовой. Несмотря на то, что актриса не стесняется раздеваться на камеру и демонстрировать обнаженное тело в эротических фотосессиях, свою личную жизнь она предпочитает не афишировать. Актриса замужем, имя супруга – Артем, актриса активно публикует в Инстаграме их совместные фото.